Здесь всегда рады гостям, тем более в праздничные дни. Для воспитанников детского дома «Пташиня» 1 июня – тройной праздник. День защиты детей, первый день лета и день основания учреждения. Ровно 9 лет назад у детей в возрасте до 6 лет появилось место, где, несмотря на трудности, они могут ощущать себя счастливыми, говорят воспитатели. Мэр Макеевки Александр Мальцев был инициатором создания этого учреждения. И не поздравить маленьких птенчиков в этот день он не мог. Сколько радости, сколько света ожидает вас сядет двора. Спасибо. За все время существования детдома здесь воспитали 126 малышей, 43 из которых нашли новые семьи. Почти столько же ребятишек снова вернулись к родным. Сейчас здесь живет 29 девочек и мальчиков. Работники детского дома уверяют, делают все для того, чтобы эти малыши не чувствовали себя обделенными. А благодаря поддержке города и спонсоров делать это гораздо проще. У нас очень много временных детей, которые прибывают у нас временно. Родители пока ставят на ноги молодые мамочки, потом они их забирают. Это очень, мы этому очень рады. Когда ребенок идет в семью, это самое главное. Как бы было у нас хорошо, а дома всегда ребенку лучше. И знаете, я хочу сказать, что у нас в области, я знаю, только 3 города, которые держат на плечах, достойно содержат 3 интернатных учреждения. И я горжусь тем, что среди этих 3 городов и наша Макеевка. Несколько недель воспитанники ждали гостей, готовили танцевать. Танцевальные номера и песни, даже играли на музыкальных инструментах. Гости сюда никогда не приезжают с пустыми руками. В этот день без подарков тоже не обошлось. Дети, они все есть самое большое счастье наших взрослых. И поэтому наша задача сделать так, чтобы слово «дети» с иероды, ничейные дети, они вообще исчезли из лексикона взрослых людей. Чтобы у них было много-много счастья. А этот садик единственный на весь Макеевский поселок «Холодная балка». Для детей здесь созданы все условия. Работает логопед, психолог, есть отдельная группа, где исправляют осанку и плоскостопие. Также организовано много кружков и секций. Однако попасть в учреждение не так уж просто, признаются воспитатели. Почти с самого рождения детей родители становятся в очередь. Мы стараемся, чтобы все дети были в детском саду, особенно которые в школу идут. Удовлетворяем всех. Практически очень сейчас большая очередь для маленьких детей. Городской голова не обделил и этих ребят своим вниманием. Подарил игрушки, специальные наглядные пособия по правилам дорожного движения. А для маленьких футболистов мэрии приготовили отдельный подарок – надувные ворота. В первом матче принял участие и городской голова. В этом году Международный день защиты детей отмечают уже в 60-й раз. Праздник появился в Советском Союзе вскоре после войны, когда многие малыши остались без родителей, а проблема их защиты стояла очень остро. Сейчас, по словам социальных работников, этот вопрос по-прежнему актуален. Ольга Шилкина, Руслан Новиков. Панорама.